Жители села Солодкая Гуляйпольского района собрались, чтобы отстоять дорогу, соединяющую их населенный пункт с соседним селом Равнополье. Месяц назад оба имеющихся въезда в село перекрыли. Дорогу перекрыли блоки, один-два блоки, и КАМАЗів, наверное, 6 тут глею. Перекрили, чтобы мы тут теперь не пройдем и не пролезем даже. И по посадке не можем пролезть, и там он КАМАЗ глею тоже лежит. Люди говорят, грунтовая дорога в соседнее село нужна. Ее пользовались долгие годы. До ближайшего магазина и аптеки 4 километра. Теперь добираться в два раза дольше. Через Рівнопілля сколько? И сколько нам объезжать вот так надо? Кругову. А тут дороги такі страшні. Недавно визивали скору, вона їхала у сусіднє село Рибне 45 хвилин. Скоро. А так би вона переїхала, вона б десь хвилин за 15, за 20 була б у Рибному. Ця дорога зазначена навіть у всіх атласах. Ось у мене атлас 2014 року, тут вона зазначена, ця дорога. Решение перекрыть дорогу на своей территории приняла громада соседнего села. В Равнополье утверждают, по этой дороге в объезд трассы постоянно ездят нетрезвые водители и перегруженные машины. Это портит асфальт и угрожает безопасности местных жителей. Кроме того, в селе участились кражи. Зібрали сходку, чого що крадуть скот у людей. І молода сім'я, в якої діти є, вивели скотину, нікому вони не нужні. Найшли, хто вивів, ніхто, одні бельбухи понаходили. И заехали оттуда, и туда и вывезли. Жители села Солодкая просят оставить проезд в соседнее село хотя бы для легковых автомобилей и установить ограничения для грузовиков. Но поддержки жители пока не нашли даже в местном сельсовете. Председатель объясняет, от жителей не было официальных обращений. Повлиять на решение соседней равнопольской громады председатель не может, но обещает начать переговоры с соседями и организовать еще одну встречу двух громад. Сельская рада может звернуться до громади Рівнопільської запропонувати такі-такі умови. Ну це на. Якщо вони приймають ці умови, то значить, да, буде більш-менш питання вирішено. Я так вважаю. Но я ж не можу теж відповідати за жителів Рівнопільської сільської ради. Жителі села Солодкая уже обратились за разъяснениями в Запорожскую облгосадміністрацію. Если проезд по дороге в Равнополье не обеспечат по концу уборочных работ, жители села Солодкая намерены обращаться в суд. Екатерина Свириденко, Екатерина Шапка, Александр Доля, ТВ5.